Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и не успели на продаже появиться контейнеры «Плохая компания», как запись открытия данных контейнеров уже была в виде ссылки у меня на электронной почте. Если у вас есть подобные записи, отправляйте, я с удовольствием их опубликую. Но только, друзья мои, обязательно пишите, кто вы, как вас называть, потому что в данном случае автор мне неизвестен, он не представился, и благодарить неизвестного как-то не совсем удобно. Но это его выбор, возможно, он не хотел, чтобы его знали по имени или по никнейму. Что у нас лежит в контейнере? В контейнере с вероятностью 0,42% лежат машины коллекционные и премиумные, касающиеся Хэллоуина в первую очередь. Это Франкенштайн, Дракула, Ликан, Уничтожитель, Фараон, Хельсинг и много других машин. Что касается шансов выпадения, то вроде бы по математике все нормально, все окей. Ну а что получилось с открытием данных контейнеров, мы сейчас с вами вместе посмотрим. Я так понимаю, что покупалось как раз вот это предложение за 47,5 тысяч золота. Потому что открытию были подданы именно 45 таких контейнеров. Ну что, давайте смотреть, что из этого получилось. Ну что ж, друзья, у автора видео за 47 500 получилось достать всего две машины. Это у нас Уничтожитель и это у нас Кошмар. Я лично считаю, что это кошмар, но это реально, ребят, кошмарный кошмар, потому что 47 500 это дороговато для такого приобретения. Что же касается компенсации, то 16 900 вернулось в виде золота. Дальше калькуляцию я не буду никакую проводить, потому что, ну реально, сложить нормальную, адекватную цену на каждую из этих машин очень сложно. Появляются на продаже они очень редко, многие из них раздавали бесплатно. Некоторые машины вообще пока ни у кого не получилось где-то забрать, вот допустим тот же самый Уничтожитель, я не помню, чтобы на продаже находился за голду. Поэтому, друзья мои, я надеюсь на то, что вы напишите свое мнение по поводу того, сколько стоит Уничтожитель и Кошмар по вашему мнению в золоте, ну и насколько вы считаете, повезло или не повезло автору данного видео, которое я опубликовываю. Спасибо вам большое за участие в развитии канала, подписывайтесь на него прямо сейчас, ставьте лайки, если подобные видео вам заходят, ну и если все будет хорошо, то рубрика продолжается. Ну а вы обязательно присылайте мне свои реплеи, либо ссылки на Google Диск с этими реплеями. Я указал адрес электронной почты в описании к данному видосу. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.